Всем привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, в выходные у моей дочки была школьная экскурсия, и мы ездили в очень интересное место, которое называется Уплисцихе. Это скальный город, датируется он концом 2-го, началом 1-го века до нашей эры. Представляете, город простоял там 3 тысячелетия. Ну просто обалдеть, если вдуматься, ну просто уму непостижимо. Находится он в 100 километрах от Тбилиси, недалеко от небольшого города Гори. Очень интересное место. Я, конечно же, там немного поснимала. Ну, поснимала совсем немного, потому что людей было очень много, и постоянно кто-то попадал в кадр, ну, а люди не особо хотят светиться на камеру, поэтому, ну, пришлось много чего срезать, урезать. Ну, получился такой небольшой сюжетик, который я, конечно же, вам покажу чуть позже. В общем, очень красивое место, и если будете в Грузии, обязательно посетите, вот, рекомендую. На территории Уплисцихи есть свой небольшой музей, в котором находятся находки различные, которые были найдены именно в этом городке. Ну, не знаю, мне очень понравилось, я была под большим впечатлением, и хочу обязательно поехать туда еще раз, и, наверное, лучше в будний день, потому что вот суббота-воскресенье было очень-очень большое количество людей. Ну, оттуда мы заехали еще в сам Гори, посетили небольшой этнографический музей в Гори, тоже очень, кстати, приятный, очень понравился мне. Все экспонаты в этом музее подлинники, ни одной реплики. Все находки как раз вот что-то из Уплисцихи, что-то из ближайших вот регионов. Но все было подлинники. И славится этот музей своей коллекцией монет. Там собраны огромное количество монет, огромная коллекция монет. Буквально от первой монеты, которая ходила на территории Картли, и до советской эпохи. Вот все монеты там есть. Ну, сам Уплисцихи, он стоит на дороги вот этой великом шелковом пути. И, конечно же, это стратегически очень интересное место. И всегда его кто-то хотел им обладать. Поэтому, ну, было очень много желающих обладать Уплисцихи. Кого тут только не было. И турки, и персы, и римляне, и греки. В общем, и все это вот собрано в этих монетах. Все эти эпохи, все эти правители, все, кто там когда-либо жил, торговал, и, в общем, все эти эпохи собраны вот в коллекции этих монет в этом музее. Так что, кому интересно, нумизматы, наверное, вам будет интересна такая информация, обязательно посетите, очень приятный музей. Можно взять гида, все это не очень дорого. Я не буду называть цены, потому что, ну, для жителей Грузии, как бы, немножечко другие цены, для приезжих обычно они немного отличаются, но вход вот в Уплисцихи стоит 15 лари, взрослый билет, это где-то 7 долларов, на ребенка был лар, ну это где-то, ну чуть меньше доллара. Но я не могу с уверенностью сказать, что для нежителей, допустим, у ребенка будет какая-то скидка для приезжих. Так что, ну, вся информация, в принципе, кому интересно, вы можете найти ее там на сайтах, у всех этих мест есть свои сайты, и все там подробно, выходные, часы работы, все там указано. В общем, вот такая вот была у нас экскурсия, очень понравилось. Ну, конечно, дети там прыгали, скакали, особо им история их особо не интересует, мы в основном взрослые ходили с открытыми ртами, ну, и мне вот очень хочется, конечно, потом еще раз туда съездить и прямо вот все досконально там посмотреть и пощупать. Ну что ж, друзья, ну а сейчас предлагаю вам небольшой сюжетик, который вот я в итоге намонтировала. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!